В этом году на субсидирование животноводства в Кызылординской области из республиканского бюджета выделено около 4 миллиардов тенге. К тому же цены на корма снизились в 2 раза по сравнению с прошлым годом, отмечают специалисты. Насколько эта тенденция связана с субсидированием сельхозсферы, расскажет Евгения Мягченко. Ранее фермеры Кызылординской области жаловались, что субсидии на корма для сельхозхозяйства не платятся. Эта проблема возникла из-за недостаточного размера местного бюджета в последние годы. В прошлом году 50% субсидий на корм скоту даже пришлось выделить из резервного бюджета. На нехватку кормов повлияла и засуха в Приоралье. А вот в этом году на пастбищах трава растет хорошо, да и цены на фураж стали ниже. На сегодняшний день собрано более 160 тысяч тонн люцерны. В прошлом году она стоила 1200 тенге за килограмм. В отдаленных селах стоимость достигает 1500 тенге. На сегодняшний день прям с поля можно собрать по 350 тенге за килограмм. А в среднем цена на рынке 700 тенге. Субсидии, выделенные из республиканского бюджета на развитие животноводства, используются по назначению и несут положительные изменения в сельхозрынок, говорят специалисты. Благодаря государственной поддержке налажены темпы развития животноводства. Ежегодно объем производимой продукции увеличивается на 2-3%. В то же время увеличивается и поголовье скота. А если эта ситуация наладится, то в планах будет субсидирование переработки кормов и оказание поддержки животноводству, считает глава управления. Уменьшение объема местного бюджета коснулось и других отраслей. Так, сейчас около 100 миллиардов тенге приходится на спортивные кружки, детские сады и доплату учителям школ. Евгения Мягченко, Абай Нуржанула, Рахмжан Аскаков, Информбюро, Кызылординская область.